Вкратце докладываю. Погода имеется. Едем на трассу. Так, ну что, прибыли на места. Сибирь здесь. Машина подготовлена. Едем на первую. Входную. Техническую инспекцию. Очень крутая локация, мне нравится. Сейчас после 3 часов ребята Тоха с Володей будут тестировать конфиг, будем сидеть смотреть, есть трибуны, обалденная погода, все с кайфом. Единственное, что у нас через 2 часа техком, а машина еще не приехала. Это конкретная барба, блядь. Я кем, блядь? Нихуя, ты будешь барбой у нас в этом сезоне. Пиздец. На самом деле смотрится очень круто. Братик, а чё, как до такой жизни докатился тогда праворукой? До правого руля, блядь, не спрашивай. Понял, бро, понял. Не подходи ко мне с этой штукой, блядь. Не подходи ко мне с этой штукой, блядь. Все, вот он ваш новый регламент. Сколько сделать тысяч? 4. Ну давай проверим. Ёпта, блядь. Ну тот момент был, я до 4500 закидывал, блядь. В общем, у нас чуть-чуть момент имеется, пацаны. 4 децибела лишние, да. Чё показывать? Да, правая сторона нагружена, левая сторона нагружена сзади, все правильно. Ага. Ну, то есть это неправильно, но имеется. В общем, у нас вес, что-то я пропустил, тонна 244, это без меня. Жируха, блядь, ты жируха. Я все снимал. Давай, давай, блядь. Спят. Одеяло.